Привет, друзья. Ну, в общем-то, я рассказывал, что пару месяцев назад заказал трансивер QCX Mini на Kirby Labs. И так держал вас в курсе о том, как вся эта история протекает. Ожидания, отсылка и прочее. И вот вчера, наконец, я с почты забрал вот эту вот красивую коробочку. Я потом вам схему покажу, что здесь написано, в которой, собственно говоря, этот трансивер находится. Ну, можно, конечно, просто коробку распечатать и показать, что внутри, вот, ну, а поговорить, как говорится. Так что, кто спешит, то по тайм-коду там где-то внизу будет. Можете перепрыгнуть и просто посмотреть, что же в этой коробке находится. Я пока сам не открывал, хотя получил ее вчера. Сутки она у меня вылежалась. Ну, вчера что-то дела были, настроения не было как-то. Вот. Сегодня открою. Итак, небольшое вступление, поскольку я про свою аппаратуру как бы рассказывал, откуда она берется. Ну, и для QCX тоже такой ролик запишу. Значит, история такая. Вот не помню, то ли осенью, то ли зима уже начиналась. Я записал ролик, в котором обратился к зрителям с вопросом, так сказать, не могут ли они мне что-нибудь подсказать по поводу автономного маяка, который можно было бы дома, так сказать, включать, а потом бы же интернету смотреть, где его слышно. Ну, просто вот такое развлечение, понимаете. Вот, режим работы, ну, CW и WSPR, конечно, хотелось бы. Потому что там побольше информации. Вот, и при этом не гонять большой трансивер и компьютер. А что все это автономно работает. Вот, там люди разные варианты предлагали. Вот меня интересовало то, что можно, грубо говоря, приобрести, просто не связываясь с пайкой, потому что с этим определенные проблемы. Вот, и одно из предложений, которое там прозвучало, это был аппарат, микротрансивер QCX Mini, в котором был режим маяка. Вот, аппарат интересный, я о его существовании, конечно же, знал. Вот, но он меня, так сказать, не заинтересовал по той причине, что вот полгода назад где-то он продавался только в виде набора. То есть самому надо было, так сказать. Ну, СМТшки там были, правда, на плату уже все распаяны, но все равно катушки надо мотать самому, припаивать их, потом настройку делать. Вот я посмотрел, как все это живьем выглядит, и, в общем-то, решил, что, наверное, мне уже такие катушечки не намотать, а потом, если намотают, то я прикинул размер платы, на которых они стоят, с жалом своего паяльника, и понял, что, в общем, эта идея, скорее всего, добром не закончится, а кончится развороченной платой и разочарованием. Поэтому я, собственно говоря, облизнулся на этот аппарат, но, увы, не мое. Ну, дальше я читал, так сказать, интернет, форумы всякие кирпичные. Люблю я это дело. Вот. И спустя где-то несколько месяцев вдруг неожиданно там на этом форуме проскочило сообщение. Человек писал, так сказать, что он получил свой собранный QCX. Писал, сколько времени ждал и прочее, но я так как-то сразу встрепенулся, типа того, что ну как так, собранный, разве он продается собранным? Полез туда на Kirby Labs, смотрю, а там появилась ссылочка такая очень милая, что в описании, что можно приобрести в собранном виде. Ну, я посмотрел, в общем, думаю, ну вот это как раз то, что мне надо. Самое то, что мне надо. Вот, ну дальше поколебался, конечно, некоторое время, потому что я не такой не очень решительный человек. Еще месяцочек, наверное, поколебался, покупать, не покупать. Вот потом решил купить. Вот. Вот, собственно говоря, так я и стал обладателем вот этого
микротрансивера, ну, который называется мини, но уж он настолько маленький, что я его микро называю. Вот, сколько времени заняла вся покупка? Ровно 2 месяца. Вот просто день в день. 18 февраля я оплатил заказ, а 18 апреля, то есть вчера, получил на почте. Вот день в день так получилось. Вот, собственно говоря, вот такая вот коробочка. Красивая, весьма. Привык уже к китайским коробкам, то есть коробкам, пакетам. Бесформенным китайским пакетом желтого либо белого цвета, а тут из Турции. Вот видите, такой радостный коробочка. Я поподробнее вам покажу, что здесь написано. Все-таки один раз коробочку вскрываешь, потом она уже перестает быть запечатанной. Так что на память я это все оставлю. Ну что, собственно говоря, если кто-то ожидает, что я сейчас открою, а внутри стоит вот аппарат, и его подключаешь к питанию, к антенне, можно работать, то не совсем так. Внутри он такой, в полуразобранном виде. То есть платы смонтированы, настроены, но потом они разобраны, их там две платы, из корпуса вынуты, и, в общем, в таком виде это все там лежит. Ну почему так? Потому что, опять-таки, читая форум, я там встретил такой, значит, плач Ярославный, что кто-то там налетел на таможню, ему пришлось платить таможенный сбор. Я, правда, не могу ручаться, что это российский был покупатель, возможно, это Беларусь была. Ну, в общем, там был совет, что, типа, если не хотите, так сказать, рисковать, попросите Ханса, который этим заведует всем, чтобы он отправил вам в разобранном виде, ну и, соответственно, написал на коробке поменьше стоимость и, так сказать, содержимое. Не совсем то, что внутри. Хотя, на самом деле, то. Ну, просто детали. Вот. Ну, я так решил перестраховаться, поэтому тоже написал ему, чтобы он что-нибудь такое там изобразил. Но он, как человек понимающий, сразу все это понимает, и поэтому он ответил: окей, я напишу, все будет нормально. Ну, все действительно, в общем, нормально, хотя можно было, наверное, и не перестраховываться, но береженого Бог бережет, а с другой стороны уже, так сказать, теперь назад не отмотаешь. Ну и плюс, хотя бы на платы можно будет посмотреть, потому что просто так открывать аппарат, чтобы посмотреть на плату, ну, я бы, наверное, не стал, а так вот уже. Ну, все, теперь я переворачиваю, так сказать, ракурс. Покажу вам коробочку и себе на память эту коробочку тоже засниму. А потом уже открою и посмотрим, что дальше будем делать с этим. Сейчас буду соединять части или в другой раз. Не знаю пока сам. Посмотрим. Ну все, поехали. Все, давайте вперед, поехали. Пока не забыл, покажу оборотную сторону. Ну вот, собственно говоря, дата. Я что хочу показать. Видите, 8-е 4-го месяца отправлено из Турции, а вчера 18-е было, и я вот как раз получил 10 дней. То есть 10 дней, но мне кажется, что это отлично. Очень даже быстро. Так, вот такая коробка. Вот, смотрите, что, значит, было по моей просьбе написано. Сейчас я фокусируюсь. Ну, собственно говоря, я не просил конкретно ничего писать, это уже сам он там сообразил. Ну, вот видите, вот тут хэм-радио, какие-то компоненты для экспериментальной работы, типа и для обучения. Ну, в принципе, все верно. Ну, и вот заявлена стоимость, да, $12. Вот, ну, на самом деле, конечно, вы догадываетесь, что тут не хватает нолика в конце, даже больше, чем нолика, но это не важно. Так, дальше вот тут по немецкой такая пунктуальность чувствуется, все написано, прям вот сразу как на почте взял, вижу, что все это мое. Так, я так понимаю, что ASSM это ассемблер, видимо, собранный аппарат мини на 20 метров,
TCXO, да, я заказал эту опцию высокостабильного генератора. Ну, не знаю зачем, но, в общем, цена какая-то смешная, там, по-моему, 10 долларов, в общем, решил заказать. Пусть будет. Вот, собственно говоря, а что такое AIE, я не знаю, или A1E, не знаю, что это значит. Ну да ладно. Тут еще вот написано, сразу бросилось мне в глаза. 5T, ну с нашей радиолюбительской точки зрения, это сразу push to talk, вот что-то типа такое, но на самом деле нет, это, видимо, название почтовой службы турецкой, Turkish Post. Так что вот, вот такая вот коробочка. Тут не знаю, что написано, бог с ним. Вот, все, коробку показал, на память оставлю себе. Давайте буду открывать. Это очень неудобно делать, потому что смотришь туда, в камеру. Ну, давайте. Так. Да, немножко она чуть-чуть повреждена. Вот тут вот. Видите, уголочек все-таки. Но я думаю, что это ерунда. Так. Весит 200 грамм. Вот, возможно, даже вот это 203, это как раз вес. Ну, там в квитанции тоже 200 грамм фигурировало. То есть совсем ничего. G90 весит, если я не ошибаюсь, килограмм 200 грамм. А это просто 200 грамм. Так. И вот тут вот еще надо скрыть. Скотч плотный. Да что ж такое? Никак не подцепляется. Может, это не то, что... А, нет, то. Кстати, все в каждой почте делают по-своему. Я-то, так сказать, думал вот эти зереть персональные данные, как обычно, горячим предметом, а нифига. Это не термопечать оказалось, а нечто все. Так, тут еще дата есть такая, сейчас непонятная. Вот это вот 21 февраля фигурирует. И вот здесь тоже. Вот тут вот тоже 21 февраля. Не знаю, я так подозреваю, что это, видимо, когда они берут в обработку заказ. 18-го я оплатил, ну и вот там несколько дней, пока они брали в обработку, а потом, видимо, уже все это печатают. И... Ну что, давайте открываем. Папам. Ух ты! Даже бумага есть. Интересно. Ой! Чуть не упала. Так, бумага. Смотрите-ка. Kirby Labs. Kirby Labs. Смотри-ка. 20 метров. System frequency. 20. А, это, видимо, кварцевый генератор, который там задает все это дело. Так, какие-то reference frequency. Serial number. Нет, это при 12 вольтах пишут 6 ватт, 5,8. А при 13,8 7,8 вольт. Вообще. Не, ну мне это не надо, ребята. Я думаю, что я буду питать либо от 3 18,650, либо от 2. Посмотрим. Но мне это не надо. 8 ватт мне абсолютно не надо. Столько мне не надо. Так. Ну тут сплошные ты. Ну, видимо, тесты какие-то. Мне непонятно, что это значит. Ну и ладно, бог с ним. Короче, есть и есть. Давайте смотреть, что тут дальше. Что тут дальше? Так. Опа. Я надеюсь, что все, что надо, внутри есть. Всякие там винтики крепежные. Немцы люди пунктуальные, не должны были ничего там забыть. Так, где? Вот оно. Вот оно. Ага. Вот. Вот такой вот. Так, это питательный хвостик. Он идет, кстати говоря, как отдельная опция, его заказываешь. Я не знал, какой здесь диаметр. Искать свои не стал.
Возможно, у меня такой же и есть. Ну, пусть будет, как говорится, это. Лучше так. Так. Это у нас две ручечки волкодерных. И какая-то крошечная платка. Не знаю, что это такое. Честно вам скажу, не знаю. На ней нет никаких этих самых деталей. Так, что там дальше? Это у нас, видимо... Ага, вот что это. Так, это плата, вот, которая с волкодерами и двумя конопарями. Так, отложим ее в сторонку. Это основная плата. Основная плата. Вот индикатор. Крепежные штучки, которые в корпус идут. Вот. А эта штуковина вот сюда, куда-то в середину. Ну, вот так, конечно. Да, понятно. То есть, вот так вот. Вот. Вот в таком вот варианте идет она. Так, дальше что? Так. Все, конечно, замечательно, только я одного не понимаю. Ха-ха. Так, это вот. Это вот этапа штуковина, да? Антенна, пуш-туталь, кат-интерфейс. И тут эти самые питания и прочее. Так, только у меня один вопрос. А, собственно говоря, а корпус-то где? Ни корпуса, ни этих самых, соответственно, винтиков. Неужели забыли, а? Ёлки-палки. Вот это номер. Да. Вот это да. Да. Должны быть три корпусные детали. Снизу, сверху и вот эта боковушечка. Их никого нет. Вот это номер. Да. Слушайте, прискорбно. Очень прискорбно. Я, конечно, понимаю, что мы этот вопрос решим. Так, коробка пустая, больше ничего нет. Вот, коробка пустая. Ручки есть. Да. Да. Да, интересно. Да. Ну ладно. Очень это все странно. Очень все это странно. Но я же вроде как бы не мог ошибиться-то при заказе. И без корпуса все это заказать. Не мог. Да. Неожиданно, честно сказать. Неожиданно. Да, ну ладно, все. На этом я закончил тогда, так сказать, собирать. Я ничего не буду. Что, без корпуса собирать? Сейчас соберу ролик и пошлю ссылочку. Ссылочку туда, на Kirby Labs. Надо как-то этот вопрос с корпусом решать. Самое смешное, если окажется, что как бы я вдруг умудрился заказать его без корпуса, что очень странно. То непонятно, как оплатить теперь за этот корпус. Все, друзья, ладно, неожиданное завершение ролика, прямо скажем. Просто неожиданное абсолютно для меня. Ну все, на этом все. О продолжении я вам расскажу.